И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Kids Animatronics 2. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Димончик сегодня у нас выполняет роль аниматроника. Я буду выживать, если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы танцуем. Дима, нажми B английскую. А, это ты вместо танца такое делаешь? Да, у меня такой танец, Димас. Смотри, танец жопой. Ребята, ставьте лайкосик, настроение классное. Смотри, как я могу, Диман. Я могу так долго танцевать. Это один из лучших танцев. Жопой танцуют все. Надо музыку классную еще наложить. Да, такой веселый, знаешь, из 90. Все, прекращаю. Ну, а давай, Диман, я от тебя убегаю. Ты пока там бегай около контейнеров, а я тебе дам фору немножко. Небольшую такую фору. Так и танцуем, да? Я стою возле столба и танцую очень крутой танец, так что присоединяйся ко мне, вставай и танцуй, двигай руками, как я. Я считаю, да, скольки умею, а ты давай иди. Я танцую крутой танец, меня никто не может остановить, ведь я танцую под фонарем. Сейчас я приду, брат, я не прикрусь. Да нет, так никто не может танцевать, все, ладно. Ребята, пошутили и хватит. Так, посмотрим, что у нас на карте нарисовано. Так, я могу стрелять. Так, на карте Дима, только ты меня сразу не сильно не пугай, хорошо? А, ну да, сильно не буду. Так. Я волк. Димончик вообще очень жесткий мужик. Все под меня. А я тебя, Димончик, жду. Просто стою и танцую. Так, стоп. Если ты меня не подсвечиваешься, значит, где-то рядом. Значит, я танцую. Так, ты не танцуешь, я уже побежал. Димас, ты уже куда-то слинял, я знаю. Нет, я танцую! Так, сейчас мы тебя найдем. Не-не-не. Сейчас мы тебя вычислим. Это был не я. По IP, по этому всему. Так, я кого слышал. Димас, вообще я тебя должен пугать или ты меня пугаешь? Нет! А чё я тебя... Это что за хоррор? Я не понял. Короче, я тебя немножко напугал, чтоб ты знал, что иногда не только ты самый сильный. Иногда так. Может быть еще сильнее тебя человек. А откуда ты меня напугал? Я даже не увидел. Я сам не знаю. Короче, мне надо найти тросик, канистру и руль. Не руль, что-то я не помню. Руль. Что-то, короче, надо найти. Сейчас мы найдем. Руль, канистра и еще что-то там, да, говорил? Пробка передач. Я не помню, но вот часто что-то надо найти для машины. Пробка от бутылки. Во-во-во, точно. А, и педаль газа, потому что ты ж не сможешь. Так, тихо-тихо. Звуки стрёмные слышу. Да тут какие-то то вороны летают. Как будто меня сейчас кто-то сожрет. Я боюсь своих шагов. Так, это нормально? Да, это вообще... Димас, ты мои бы шаги слышал. Пум, пум, пум. Вот такие вот шаги. Так, прям, ребята, пум, куда я? Назад вернулся, что ли? Так, чё я? А, я на каблуках, я же, да. Женский пол рулит. Вы же дама. Так, стоп. Почему? Я в заперти. Так, да, идем сюда. Луна, смотри. Красиво. Диман, видно луну какую здесь? Жесткую запилили, вообще красавчики. Да, вижу вдалеке луна. А где ты? Что... А я тебя вижу, твой черепок зелененький. Сейчас я уже да? к тебе иду. А я танцую под фонарем. Ты сейчас недолго потанцуешь. Я долго могу танцевать. Ладно, я пошутил. Не. Надо скоро убегать. Твой черед. Надо убегать, пацаны и девчонки. Он думает, как что может меня убить. От меня. Ты не сможешь убить меня. А я просто по фану играю. Хочу время потянуть, а потом тебя... А я могу как-то тебя вообще убить? Совсем нет, ты меня никак не убьешь. А я знаю, как можно. У тебя же только тайзер, а если у тебя огнестрелка была бы, там, граната, базука, то другое дело. Так, я что-то нашел. О, я аккумулятор нашел, вот, не руль надо было, аккумулятор, все, понял. Теперь надо... Это мои шаги такие громкие, стрёмные? Я их боюсь. Это мои, наверное. Твои, да? Да, я уже приближаешься? Так, блин, тупик. Я знал, я специально проверял тупик там, да, тупик. Да. Так, все, не отвлекай меня, очень серьезная игра у нас.
Ты смотри, ты специально мне заговариваешь зубы. Кто-то бутылками кидается. Бутылками. Иди сдавай свои бутылки. Так, отвали от меня. А! Отвали! Как тебе мой газок? Ты чё, пердун вонючий? Ай, блин. На тебе! Ты смотри! Напердел на меня! У меня, короче, череп на черепе, на голове высветился, короче, на лице. Ну что ты убийца, киллер какой-то. Да все нормально, тащим дальше. Кто кого вообще убивать должен? Мне кажется, ты меня убиваешь, а не я тебя. А, все, я тебя нашел. Я уже 5 минут держусь, я самый лучший выживатель на этой планете. Да? Нет. Значит, кругулять тут будешь, да? Нет. А ты быстрее меня бегаешь или нет? Просто тут темно. Не. Нифига если не видно я буду вообще. Бегать, я потом сдохну очень. Я потом 15 секунд буду подыхать. Во. Плохо не могу ногами бить, руками там на Б там вертуху прописать. У меня очень. Единственное, как я тебя могу догонять, у этого аниматроника есть специальный прыжок длинный, такой высокий. Я видел. Он очень опасный. Поэтому, такой Димас, если опасный. Я на скалу залезу, а ты где-то отбежишь от скалы далеко, я тебя достану. Этого не может быть. Длинный, огромный прыжок со скалы сделаю. Так, что вот тут увидишь, ничего. Вот такое будет, реально. Вот сегодня или завтра. Когда так будет? Ой. А ты где-то тут, да? Нет. Ты где-то там. Да, вот. Нет. Ты я ловушку спички поставил, растяжку. Чем тебе эта растяжка поможет? Такая огромная местность. А я поставил на одном узеньком проходе, где точно тебе придется пройти. Там мостик такой будет. А ты уверен, что я там буду проходить? Я даже знаю. Сейчас ты на нее попадешь. Так, я в принципе карту уже выучил. Я как бы медленнее тебя, но я все-таки движусь бесконечно. Так ты постоянно видишь меня. Постоянно тебя вижу и двигаюсь. Все время двигаюсь. Поэтому тебе останавливаться лучше лишний раз нельзя, Димас. Если лишний раз остановишься, все, Димас. Она тебе. Я нашел канистру. Отлично, отлично, ребята. Не факт, что пройду, но канистру найду. А что мне еще надо найти? Это еще надо найти, да? Я его вижу. Не он. Кто он? А, бутылками кто-то опять бросает по мне. Бутылками. Ну, не знаю, бутылками, не бутылками там. Че мне надо? А, аккумулятор. Аккумулятор. Блин, Димончик, я понял, тут генератор. Надо мне аккумулятор. Да. Аккумулятор я наоборот поставил. Что-то еще мне надо. Канистра есть, надо еще канистру как-то туда залить. Отвали! Я тебя боюсь, Димончик, честно скажу, ты очень страшный и очень вонючий! Где ты, где ты? На крысу! Упал? Да! Я упал! Вниз! Да я тебя вижу, говно за дерево спрятался! А! Отвали! Димон, пожалуйста, не убивай! У меня пистолет кончился! Нет, честно скажу, нема ничего! Да у меня ни энергии до тебя не хватит. Ура, ребята! Добро на моей стороне. У меня уже красная энергия, если я сейчас 15 секунд буду валяться. Ну я за это время пройду. Мне кажется, так тут и выигрывают. Путем обмана. Так, надо его сюда заманить. А я сейчас заманю тебя сюда. Ага. И. А ты в курсе, что я могу запрыгнуть на эту доску? Нет, ты не можешь это сделать. Могу. Ах, засранец, патронов у него нету. Ага. Главное правильно обмануть. Жопы достал, что ли? Ты думаешь, не видел, куда побежал? Я убежал. Ага, а кто-то за кустами. Я думал, ты пройдешь мимо, как в фильмах. Димас, это не фильм. Это фильм. Блин, там говнище. Говнище мое. А у меня пистолет заряжен, отойди, я стрелять буду. Отойди, я буду стрелять, пропусти меня. Димас, я вообще-то не с тобой. А Бадимон, я буду стрелять, отойди! Я ж предупредил! Все танцуют с жопами, да? Смотри, вот этот самый лучший танец, который может танцевать только один игрок.
Вот так вот. Просто по красоте. Нет, не трогай! Блин, во время танца слили меня. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!